с собой, с коронкой. Мась, сможешь, типа, взять тебе денег, хватает? А у меня 15. Всего 15, но я тебе дам бабок. Посмотрим, как вы сражаетесь. В том месте. Пипец, как медленно идет дом. Да, мы не в том месте, ребят. Ну, в другом месте. Отнести нам надо, получается, Дрезду и Дрезду находится вот тут. Вот тут наверху находится Трейс. Трейс это чувак, такой пацан, такой же абсолютно пацан, получается, на второй странице этого Бравл Пропуска. Четвертого. Главы третьего сезона. Или наоборот. Сейчас выкинет, походу. Почему? Ключ. Да? Да, у тебя что-то подзависло чуть-чуть. Выкинуло. Макса у меня уже нет. Что-то с интернетом, может? Похоже. Блин. Нет, все читы. Макса может... нормально. Это у меня такой... Странно очень, что выкинуло. Выкинул и выкинул, что мог сделать. Что, а,
Это ошибка какая-то. Подпишитесь на канал. Опять. То же самое. Глюканул мне комп. А, где выключать компьютер, написано, сейчас будет обновление и перезагрузка. Оно само. Папа, полчаса ждите. А чё, полчаса? А, ты не обновился, да, вчера? Ты ведь будешь сейчас играть? Да, почему нет? Я же вас жду. Так давай с тобой вдвоем тогда сыграем, если Тёма пока не может. Что? Давай ты пока принесешь мой поильничек с водой, и мы сейчас начнем игру. Окей? Тогда я парные пока ставлю сражения, да? А так давай в рейтинговую тогда сыграем. А ты выгнался уже сам. Рейтинговую нулевую давай сыграем. Почему? Рейтинговые тоже дают всякие фишки. Смотри, по заданиям, если смотреть. Вот. А я хочу вот эти вот. Вот рейтинговая игра. Вот такие всякие дают, видишь? Стикеры и всякую ерунду. Не хочешь? Нет.
Просто в обычную поиграем? В нулевую играем, да? Дай коронку. Коронку. Зачем тебе коронка? Просто хочу с ней быть. Ну, давай. Пожалуйста. Еху! Головарь. Смешной такой, капец. Сейчас у тебя не будет... У тебя не... Ты скажешь, у тебя есть этот скин? У тебя есть этот скин? Нет, у меня такого скина нет. Тогда буду им. Ты серьезно? Это ты принес воду? Мась. Да. Это ж мало. Я принес все, которое там было. Да он не успел. Играйте, я пока... Доброе утро, ребятки! Я сейчас буду записывать видео, и как вы видите, здесь точечка и микрофон. Это значит, то, что я записываю видео, и вы очень хорошие, и подпишитесь на канал, это внизу кнопочка. Подпишитесь на канал. Кто меня смотрит, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Я хочу добить 1 000 000 подписчиков. Все уже подписались, все, кто только мог, Максим. Не могли пройти мимо. Нет. Они все не могли пройти мимо, и все подписались уже на тебя сразу. Просто. Артё, ребят, смотри. Что за шум? Мы... Ребят, давайте, если вы истерички у нас, идите поплачьте в другую комнату. Мы в эфире. Денис. Денис, пап, пожалуйста. Мы уже летим, мы уже летим. Это просто какой-то трындец. Вы чё? Выйди из комнаты, Денис. Пап, выпрыгивай. Пап, выпрыгивай. Сейчас, пупс. Сейчас, секунду буквально. Ты сам уже выпрыгнул. Да, я уже сейчас выпрыгнул. Сейчас я вернусь. Мне тут надо кое-что посмотреть. Ты уже реально выпрыгнул сам. Угу. Ты вон туда. Ой. Валя. Вот туда, да, лечу? Все, как скажешь. Валя, валя. Хорошо. О, у меня... Я... Дельтапланы из трансформеров, которые мы посмотрели позавчера. Какой тут дельтаплан? О, с ключом разломанным пополам. Вот это лаги. Обалдеть. Нет, дорогие друзья, надо мне что-то с этим сделать сейчас быстренько. Вот так вот. Сейчас мы позакрываем тут немножко вкладочек всяких. Подпишитесь на канал, кто может, пожалуйста. Я играю на Xbox, я только могу записывать вот такие вот видео, потому что я только на Xbox, а надо на компе, чтобы записывать реальные видео, нормальные, которые можно монтировать. Вот так вот. Так, братишка, ты, конечно, молодец, что ты там записываешь видео. Давай только не бросай меня, потому что я далеко и совсем без оружия. А у меня вся надежда на тебя, потому что ты у нас лучший игрок. Я уже сам почти выигрывал. Сам, просто сам. Так, что? Пап, я к тебе бегу. Пап, я к тебе бегу. Это ты? Да. Хулиганишь. Пугаешь. Что?
менюшку нашел. Это тебе нужна хилка. Капуточка мне. О, сейф! Пожалуйста, мне нужен на сейф. О, вот, вот он, сейф. Ух, это очень классно. Все, пойдем кого-нибудь завалим. Ух, пап, давай привлечем внимание. Привлечем внимание? Ну, привлеки. Пап, залезай! Да мне нужно тут немножко... Нормальный автомат хочу, мне этот не очень нравится. Какой? Точнее, очень не нравится. Разрушитель. Я патрончики. О, рубашка такой. Побольше мне нравится такой. Хоть и послабее, но им удобнее играть скоростным. Пап, назад. Залезай, братан. Братан, залезай. Братан, братан. Залезай. Не, чувак, я пошел. Во-первых, здесь могут быть типочки, сейчас мы их... Я и привлекал внимание специально. А, нет. Вот это получше. Давай, скорее, это... Пап, автомат! Нормальный тебе будет. Какой? Вот. О, мой любимый. Класс. Спасибо. О, классный! За подгон. Который ты выкинул... Лама появилась. Пойдем ламу. За фармить. Да, мне срочно нужно. Баб, тебе нужно очень много. Тебе надо троих лам убить. Три ламы надо тебе убить. Да? Да. Это прям по лично заданию. Мне, да? Только откуда тебя? Ты знаешь? Потому что я знаю по заданию. О, я нашел! Ну класс. Что? Пока перезаряжался, ты ее добил. Мне же надо еще ППшкой убить сколько-то там. А, нет, мне урон надо нанести. Там не количество. Урон! Да, это все, не страшно, короче. Главное, что я урон наношу. Ну где? Где все? Что за дела? Так же совсем неинтересно играть, когда никого нет. Да. Пап. Ау. Пап, давай пропай. О, вижу. Где? Вижу, что-то увидел здесь. Я тоже видел с той стороне что-то там. Челики. С той стороне. Челики. Пап, сейчас пойдем посмотрим. Стороне? Прям там. Челики, только далеко. Масень, отодвинь немножко микрофон, а то очень громко дышишь. Большая банка нужна? Да, тебе нужна. Иди похилься. Я беру сейчас... Пап, я беру сейчас золото. Хорошо, золото не так важно, сынок. Тебе надо похилиться, потому что... И вот тут еще эти возьмешь потом. Рядышком. Вот банка. И... Ящики. Так, чё, ППХ? Давай возьмем тебя. Это задание дурацкое с ПП, конечно.
просто игнорирую это задание. Что за пустыня? Вообще никого нет. Пап, если кто-то есть, мы еще никого не убили. Да, в том-то и дело, вообще нет никого. О, да, пойдем это... к этому, к хранилищу к небольшому, к сундуку. Там по-любому сейчас коршуны слетятся. Да, давай, пап. За медочком. Пам-пам-пам-пам. Помпуйся, хочешь, возьми. Очень нужно мне. О, это очень классно. Я надеюсь, ты многого не ожидаешь от игры моей. Я играю ППшкой, чтобы выполнить задание. Что? Я знаю. Потому что у тебя задание. Да, не люблю я это дело, конечно. Уже, мне кажется, все знают, что я не люблю ППшку. Вижу типочков. Где? Там? Да. Бить типочка. Пап, ты хорошо играешь? Говори правду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, это, блин, другой чувак. Это был бот. Да, это был бот. Пусть бегает. Я не знал, не увидел, что это бот. Начал бить его. Давай тогда завалим его. Кто? Ты? Я. А я думал, кто же в нашей команде это сделал? Ой, как прикольно. Папа. Бутылочки тут всякие лежат. Что? Пойдем вот сюда. Да, вот. Пойдем. Так. Два уже есть, это хорошо. Да, это ты их убил. Буду валить с помпы. У меня задание на помпу. Валить. Пап, ты идешь в зону? У меня ощущение, что на карте вообще никого нет. Осталось 26 игроков, а мы встретили только двоих. Как это вообще? Макс, что происходит? О! Что-то какое-то движение вижу, не пойму, кто это. Это динозавр. Дино, иди ко мне. Все, погнали. Уже открылось. Я ради нектара открыл. Бери нектар тогда. Пап, здесь два нектара. О, как раз два. Все, погнали искать теперь наших противников. Давай, пап. Всегда веселю луха в Мегасити. Побежали в Мегасити. Слушай, там остров, во-первых, впереди. Во-вторых, зона подходит. Сейчас, наверное, отсюда побегут тараканы. Нет никого, да? Тараканов нет, пап.
Пап, ты знаешь то, что динозаврики были из-за обновления уже динозаврики в любом есть времени, в любом городе, даже есть холм. Чего? Не понял. Динозаврики. О, выстрелы слышу. Выстрелы чуть-чуть. На северо-восток. Да, я тоже. Вижу за тобой? Ага, вижу, вон ребята на поляне фармятся. Я тоже. Вижу их. Пап, не бей, не бей, не бей! Подожди меня! Что? Один есть? Второй есть. Еще они с кем-то... А, они вот сражались с кем. Вау, папа. Молодцы мы. Вот это мы... Это вот значит... Еще слышу выстрелы где-то. Чуть правее надо будет сейчас пойти. Смотреть. Ключ. Ампукули. Че это у нас? Клык? Давай лучше клык возьмем. Пап, я вот тебя... Здесь. Пока я убежал. Куда ты убежал, чувак? Туда. На ту место. Да что ты будешь делать? Где-то в этом районе были выстрелы. Вон, слышишь? Что ты там отметил? Максим, зачем ты метку поставил? Иди сюда, здесь вон выстрелы есть. Сюда кену мне идти. Ты сбиваешь меня этими метками, сынок. Вон там на холме, видишь? Не беги прям к ним, давай оценим. Там справа тоже кто-то рассыпался, вот здесь сейчас. Тоже типы какие-то есть. Ой, я вижу. И на холме там прям движуха. Вон там, вон телек. Давай на холме, да. Вот за дерево. А, нормально, у них там заряженные. А ну, слышь, пойдем со мной. Со мной пойдем, быстренько, 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 мазь. Бегом за мной, говорю! Пап, так у нас челик! Где у нас челик? Вот, меня бьет! Ну класс. Прям я наверху бью. Или с той горы? Внизу и наверху. Ползи вниз, падай, сюда. Вот сюда падай. Я ползу как могу. Убегаем быстро. Блин. Сюда ползи. Ползи сюда. Быстро. Ползу, ползу, ползу. И беги сразу за мной. Вот сюда. Бегом. Мед есть у тебя? Да. Два. Пей мед. Вот здесь сядь и пей мед. Да сядь ты, блин, ты что творишь? Ты издеваешься надо мной или что? Три раза я ж тебе уже сказал. Пей мед, сядь и пей мед. И беги прямо за мной, прям за мной беги. Бежим, бежим. Бежим, говорю. Я бегу как могу. Сейчас мы их тут встречать будем. Я
дрова в руках у меня. Сюда, на холм. Давай, ну я буду смотреть назад, ты вперед. Где-то вот в этом краю. Откуда? Ага. А, понятно, они еще со скоростными дробашами, блин. Золотым. Классная штука. Скоростной дробаш вообще вещь просто. Да. Блин, мне надо настроить звук. Что-то у меня прям очень громко. Пап, я бы хотел сыграть сам. Еще парочку игр. Играй. Максим вообще сам хочет сыграть. Пусть играет сам, мы с тобой вдвоем сыграем. Блин, я это задание с ППшкой вообще когда-нибудь выполню, мне интересно. Привет всем, кто смотрит. Сорян, что не отвечаю, я тут немножко был занят. Зомби-ник. Ну, давай попробуем тебя найти. Добавить. Да? Зомби. Блин. Не переключил. Да, спрашивает, можно ли с нами сыграть. Сейчас вот попробуем найти. Зомби как написано? Просто мой ник зомби. А, зомби Бабич. Зомби. Почему у меня капслок сейчас стоит, не понимаю. Зомби Бабич. Наверное, слитно. Или не слитно. Чувак, я не могу найти. Зомби Бабич. Вроде все ввел правильно, но найти тебя не могу, поэтому скажи какие-то, может там не кириллица где-то, а латиница, или может это троечка первая. Зомби. Нет таких результатов. Не вижу, чувак, не вижу тебя. С нами можно поиграть без проблем. У нас есть свободные места в пати. Поэтому пишите, ребят, кто какой ник, кто хочет с нами поиграть. Я добавлю. Так, сейчас еще новое сообщение. А, вот так, значит. STQ. Ух и ник. Ну, привет. Добавить друга. А почему в пати нельзя просто пригласить так? Мне пришлось добавить тебя в друзья, дружище. Так, смотрим. И второй ник еще вон. Самбур. Капец, ребят. Нафига вы такие ники создаете? Реально, без пол-литра не разберешься. CN. HNN. Сам
Пупр. Это папа тебя так подставил, да? Так. Я не думаю, что есть разница между большим... Наверное, вот так просто надо пробел поставить. Да. Славик топ 56-78 получается Самбур, да? Правильно или не, неправильно? Напиши в чат, чтобы я понимал, ты это или не ты. Так. Ну попробуем, давай теперь добавить вас. Вот одного вижу. И вот добавился второй. И... Зомби-баби! А кто это? Вот, это наши ребята, которые смотрели сейчас трансляцию, добавились к нам. Что-то пошло не так. Видимо... Зомби уже есть. Макс, а ты сам будешь играть? Мы с Тёмой будем, да? Давай, тогда я... Ты выходи, я сейчас Тёму приглашу. Хватит. Что-то, наверное, с компом случилось у Самбур. Он вылетел, наверное. Сейчас, ребят, еще... Еще сейчас зайдет один товарищ, который хочет поиграть с нами. И мы начнем. Давай так, короче, мы начнем, наверное, а ты как зайдешь? Сейчас я в чат напишу, но он, наверное, не видит. Замерз, холодно. Ребят, привет. А, все. Присоединился Самбур. Зомби. Да. У них, походу, нет микрофона. Ну, нет микрофона, значит нет. Значит, не повезло. Да, но они это нас слышат. Если у них есть наушники, то слышат. Ну, естественно, есть. Что, погнали? Нажимайте готово и давайте. Давайте возьмем наконец-то эту королевскую победу. Ага. Это у нас что-то. Так долго, блин, не можем взять. Это что значит долго? Вчера взяли сразу с первой игры, потом что-то все размазались. Сегодня. А сегодня я один раз сыграл только. Это вы играли сами же. Я один раз сыграл только. А, ну да. Макс. А мы... Да, мы вчера заняли вообще. Макс, ну набери водичку, пожалуйста. Ребят, если вы видели, у нас на канале есть куча видосиков с фармом опыта. Да, класс, спасибо. Дали сказать. Он также начал танцевать. Они все танцуют, и я танцую. Свой любимый этот. Короче, этот мой любимый скин, я думаю, может, если поменять. Поменял скин на Optimus Prime. Мы вчера смотрели этот, Трансформеры, фильм.
который новый вышел. Точнее, нет, мы позавчера смотрели трансформеров. А вчера мы смотрели Флэша. Спасибо. Я, короче, не успел полностью скин поменять. А ты хотел это? И у меня теперь есть вот это. Скоро новый сезон будет, 25 августа. Подписывайтесь на канал, чтобы потом быстренько качнуть левел. Там много видосиков с фармом опыта. О, погнали это сюда. Погнали. Это наше любимое место. Мы на нем реально нормально выигрываем. Ну, место как место. Мы там и выигрываем, и проигрываем. Мне, например, не очень нравится этот бастион. Почему? Ну, мне больше нравятся топи, мне больше нравятся руины, поля. Да, поля помешательства, это прям, мы так часто тут бываем вообще. А часто как-то карта через них пролегает, и поэтому мы туда высаживаемся, и там прикольно сразу начинается движуха такая, фарм. Я не сильно далеко тогда летел, конечно, как обычно. Но зато я сразу раздобыл себе. Да что ты делаешь? Берется. Офигенно. Снейка выкинула, поэтому я теперь буду разговаривать практически сам с собой, потому что у вас, судя по всему, нет микрофонов, ребята. А почему? Перезагрузи комп, у тебя что-то какая-то фигня. Два раза уже тебя выкидывало. А, это с игрой какая-то фигня. Ну, перезапусти все равно. Компьютер и... Так, походу там уже кто-то фармится. У нас уже... А, это, наверное, АФКшного нашего Снейка завалили, да? Или нет? Нет, зомби. Пал смертью храбрых. Бегают наглецы здесь где-то рядом. Вон, 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 возле тебя, давай, сейчас иду. Так, надо зомби воскресить. Не, лучше этот. Тут кто-то бегал рядом, если что. И сразу к этому. К бочке давайте. ХПшку. Вот сюда, на эту меточку. Только не добивай, дай ему дойти.
Стой, последний удар остался. Дуй к нам. Мы здесь. Иди сюда, зомби. Иди к нам. Чувак, мы тебя ждем. Давай быстрее. Ништячок, да? Так, а мы команду ту развалили или нет? Или они еще живы? Двоих мы точно... А, их... Четверо должно быть, а мы только двоих. О, кто-то говорящий есть. Самбур, да, получается? Самбур с микрофоном. Супер. Привет. Че, бьем этих чепушил? Блин, вот я лошара, не перезарядился, блин. По-моему, направо. А, нет, налево, точно. Мы же не с той стороны бежим. Тоже мне гений, да? Ой, моя любимая пухов. Как же я их люблю, эти. Есть вот медок, возьмите кто-нибудь, ребят. Там еще один должен быть, этот, запасной лишний, потому что я... Я еще одну вот такую возьму. Зачем? Альфу возьми. Или альфу. Да ладно, возьму альфу. Пусть будет альфа. Она с прицелом хотя бы. Че, погнали? Ты загружаешься, да? Так, и... Естественно, вот что я хочу еще. Где этот? Хороший человек. Ага, он АФКшный. Ну, можем пробежаться, его хлопнуть. Конечно. Но это будет неинтересно. Ничего интересного. Хотя... Ладно. Я хочу... Скоростной дробаш хороший. У меня зеленый. Так, патрончики. А, прими запрос. А? Прими запрос. Ага. Не получилось у меня, походу. Я зажал вроде эскейп, но он как-то быстро исчез. А, все, получилось. Че, пойдем нокнем этого типулю? Привет, ребят. Привет, я опять зашел, потому что у меня вылетел комп. Точнее, вылетел. Ну, иди экран, сюда, хрюшка. И комп я перезагружал. Да блин. Хрюня. Пумба. Yes. О! Ребят, пойдем золотой этот тайник откроем. Там тоже и мед, и там может быть выпадет что-то интересное. Ну, золотой мы уже не откроем, уже фиолетовый будет он. О! Чуть было не было. А пучок остался? Ну, хрюша, да, остался. Что еще раз? Я не слышу. Ты очень тихо микрофон у тебя. Да, громче, можешь говорить, пожалуйста? Так, а зомби-то далеко от вас, кстати. Так, стрельба.
Ай-яй-яй, ну зомби, ну что ты убегаешь-то от нас так далеко-то? Дружище. Так ж не пойдет. Тебя не любят, ты ж видишь. Где-то мертвый еще один, возьми место справа и иди. Там сзади дерутся, сзади. Блин, это фигово, что и сзади, и спереди. Где? А, понятно, вот это вот. Там зеленая альфа. Ну нет, ничего такого. Бегут снизу типочки к нам. Не пришли, давай с дробашом. Нет, лучше вот эта фигня. Давай. Давай, бейся. Дробаш. Есть. Ну, молодец. Ах ты засранец. За него скажи, надо выпить тебе мед. Вот добей его киркой. На. Вот там фиолетовая альфа, возьми. Блин, не то. И медик еще, пополни себя. Спасибо, что подсказал. Думал, как мне быть, что мне делать? И вместо спрея еще мед. Ну возьми, реально там. Да нет, спрей тоже хорошая вещь. Да, но вместо спрея же можно взять мед. Мед лучше, чем спрей. Тут... Он карту забрал. Забежал, блин, карту забрал. Куда он, блин, делся? Он сюда забежал, что ли? Похоже. Да. Тут не надо быть скрытым. Взяли. Там типуля, кстати, у нас здесь где-то бродит. Он вышел, наверное. Где он? Да, очень тяжело без голосовой коммуникации. Ресает, походу, там, да, сейчас? Или нет, это ты это... На... резаешь нашего? А чё, Замбур не... не... это не сафон у него? Наоборот, у Замбура есть. Ой, ё-моё, у меня хрюшка есть, я сейчас... Замбур, ты можешь говорить вообще? Это Самбур, а не Замбур. Самбур, окей. Вот тут есть чем-то. О, заказ не выполнил. Канул в лету. АФКшник наш. Да что ты будешь делать? Зомби, ты куда убежал опять? Чувак, у нас командная игра. Мы сейчас кикаем тогда тебя из пати, потому что так не пойдет. Мы же так не справимся. Руся. Руся, ты что творишь? Ну ладно, давай тогда все-таки возьмем медок. Ну, конечно, реально странный. Да. Ну что? Погнали искать жертв. Не, за ними следить не буду. Вот, за тобой послежу. На батут, пап. Да, вот и фиг знает. Сейчас, если здесь... Пойдем к этому, к нашему товарищу. Что он
реально как-то далеко. Он мог хотя бы на этом получиться. Да без лыжи какой-то вообще. Зомби бабича. Русь, ты в АФК что ли или чё? Он так куда бился, то что ты сказал, что пизнишь его. Нет, не в АФК. Не убегай от нас. Давай бегать вместе, чтобы был шанс на победу. Пойдем ламу мочканем. Вон лама появилась. Так он ламу уже мочканул одну. Так и что теперь? Вон еще одна есть. Опа. Едет кто-то. Вон, типуля, вот. Один и второй. Есть один. Ой, беги, беги. Да что там, еще кто-то стреляет? Зомби опять этот ног еще. Почему он так быстро нокается? Потому что он убегает вечно от нас. Зомби постоянно. И постоянно он умирает как-то. Подошел кто-то к тебе рядом. Да ё-моё. Добивай эту гниду. Вон еще один трансформер бежит, вот он. Вот он, в кустах, в кустах. Отлично, супер. Реснешь? Сейчас. Что у нас тут? Лут, лут, лут. Помпа золотая, но я за помпой не очень хорошо. Хотя, блин, нет, она классная. Бери, давай. Двоих. Это боты, что ли? Да нет, это не боты, чувак. А почему у них все серое? У вас середина игры уже конец игры. А у них все серое. Да где серое? Фиолетовое вон там. А у того все серое. Пойдем воскресим еще раз нашего зомби. Он реально зомби какой-то, блин. А как воскресить все штришать, по-моему? Вон, впереди прям. Сейчас он я перезаряжусь. А, поэтому у него такая лажа получается, да? А, и у него поэтому микрофон нет, и наверняка наушников нет. А вы что, друзья? Он нас еще и не слышит. А, ну он нас еще и не слышит, потому что у него наушников. Не, я просто смотрю на его ник, там рядом 40, где записывать да. Нарисовать телефон. И вот это канал Кропа, его нету, значит, тогда нас не слышит. Точно. Да. А ты с Xbox играешь, да? Да. Да, да, Супермаркет тоже с Xbox играет. У нас получается два компа и один Xbox. Разве он играет на моем, получается? Сейчас, подожди, этот подлутится чуть-чуть. Не, возьми скоростной. Этот сильный, но не очень. Скоростной лучше. Оставь тому чуваку. Ну, тут каждому свое. Кто любит играть чем, тот тем и играет. Что я, например, очень люблю скоростной дробаш. Мне комфортнее им играть, чем любым другим. Ну, Клык еще нравится, но Клык у него редкие выстрелы, поэтому чуть-чуть подвешивать. А скоростной дробаш ты ему отметил? Это, зомби, отметь скоростной дробаш. Ой, ух. Зомби! Надо поставь метку, поставь метку на эту штуку. Пусть зомби придет. Прекрасно. Ты скороход, блин.
Давайте, ребят, сейчас топ-1 займете. А, надо это, идти сразу в круг. Пойдем? Да блин, да что такое? Задолбали эти динозавры. Идемте в круг сейчас. По-любому все будут туда стягиваться. И нам нужно двоих еще будет нокнуть. Это будет несложно, я думаю. Ну, если не будете расходиться. А будете вместе так. Хотя, может, они либо вылетят у них. Вон, подъем. Да. Может быть, у них вылетит игра, а может быть, они умрут в зале. Блин, у меня подглючивает. Во-во-во-во. Одного. Да блин, что ж это вообще? Да что такое? Я застрял в текстурах. Вон. Фу. Пойдет, пойдет. Самбур, красава, 12 человек завалил. Ну или ботов. Самбур, красавчик вообще просто. Вообще. А, в лобу, ребят, в лобу. Я ж в лобби сейчас. Пап, в лобу уходи. Это же я в лобби сижу. Ча, подожди, я тут не понимаю, что... Ой, чуть... Да, в лобби, все правильно. Так. Ренат, если ты еще смотришь, конечно, подписывайся, конечно, рекомендую, советую. Чем быстрее канал наберет 1000 подписчиков, тем быстрее я начну разыгрывать подарочки. Руся хотел ламу. А, братан, мы тебя не слышим, не видим, как бы не понимаем, что ты хочешь, поэтому сложно. Ты все время куда-то убегаешь, ты хотя бы ставь метки, чтобы мы понимали, что ты хочешь, если ты не можешь говорить. Или в игре есть чат, можно в нем писать. Так вот пишу, пишешь так вот. Хочу, блин, опять английский. Хочу ламу. И все, и все видят. Хотя я туда никогда не смотрю. Самбур, давай готов, нажми. Так, я пошел, отойду на секундочку. Самбур, давай. О, готово. Молодец, нажал. Так. А какие у тебя вообще скины есть? Самбур. Молчили вы-то. Угу. Самбур такой молчит. Мне надо убить еще одну проклятую ламу и нанести противнику урон с помощью техники. О, вот эту технику я вообще не знаю, что это за техника. Устрашающий фиолетовый или техника соломенной куклы. Ну это я, наверное, опустошающая техника. Пап, может, погнали вот сюда, может? Хочешь? Ну, пойдем. Уже все вон прыгнули вроде. Мне вообще все равно куда идти. Главное, чтобы там были типы. Так, этот зомби опять еще не прыгнул. А, не, он. На карте, правда, его не видит. Но он летит в нашу сторону. О, три. Как минимум три товарища у нас есть. Да, это что такое? Прям. А, они правее пошли. Да что за лаги, ё-моё, блин. А у меня сверху. Товарищ. Так, кто кого бьет? Наверху, да? Да. Все? Нет, я его не завалил. Есть. Нокнул. Угу.
добивай тогда уже. Я с Альфой его завалил еще. Вблизи с Альфой это сложно. О, дашь маленькие эти? Сейчас. Ой, это сложно. На, пей. Да, сейчас кто-то поднимал. Спасибо. У меня вообще ничего нет. Так, да я, наверное, еще одну альфу возьму себе. Спускаемся на корточках. Давай, чтобы не сильно кипиша много не наводить. Да, там внизу кто-то. Потому что лучше мы первые их увидим. Да. Это вы флаг поднимаете наш? Да, конечно мы. Ну, в смысле. Ты понял, да? О, здесь где-то недалеко наш корефанчик. Так, я не понял. А тебе не нужна снайпер? Нужна. Я хочу уже взять. Пойдем пару сундуков откроем еще. Ну да, согласен. А, мне вот даже вижу. Нет патронов, чтобы перезарядиться. Это кто такой? Что это было? Так, кто стреляет? Ай-яй-яй, прям по мне. Да кто? Это вообще фиг знает откуда. Это вон оттуда. Есть это уже. Постоянно палит. Или... Ага, вон те пуля. Я в доме сейчас... А, у нас же... Да-да-да, вон одного нет уже. У нас покажет еще чувак. В воде сейчас. Судя всему. Я к вам иду. Ты имеешь в виду этот контракт? Да. Это не круто. Опять неинтересно, знаешь. Покашные всякие неинтересные, мне не нравятся. Да, понятное дело, как они могут нравиться. Опять без меня там кто-то сражается. Что, опять убили, что ли? Вон, наверху типуля. Давай я походи прямиком. Амбур. Это бот. По мне попасть не может. А я по нему тоже. Иду, ребят, иду. Да кто с кем сражает? Это мы тут одного убили. Но он неинтересный. А, вот а, и АФК. Не АФКшный он был. Так. Да, он пришел. А так он был в воде. Так, Самбур, братан, не забирай всех типов себе, хорошо? А то получается... Ты слишком круто играешь. Слишком стыдно становится, понял, чувак? Халки на сердце. Три. Я иду на сердце сидя. Блин, меня все время откидывает назад. Какие-то странные. Это вот после обновления, как началась петрушка, это и все. Ага, ребят, вон типуля. И не один, вот еще один. Там минимум двое, вы поняли, да? Я видел двоих там. Одного нокнул. А, контракт. Я нокнул его добил. И еще один есть. Два. Беру правого, который за холм... Ага, он за холм ушел. Да блин!
Лучше я с автомата буду его. Есть. Чем с этого клыка. Блин, 8 патронов осталось, капец. Он мощный, да, но блин. Ребята, ставьте патрончиков, у меня совсем голяк. А, извини. Ну, набрал патрон. Бывает. Дам кишом? Я тебе еще дам. Спасибо. О, это у нас бот, что ли, хилит? Кто это? А, это ты, Самбур. Пойдем. Чего говоришь? Патроны еще. У меня ППшки нет, мне они, наверное, не нужны. А, тогда не нужны, окей. Да, мне на автомат уже 180 патронов, поэтому пока хватает. Вообще люблю, когда они не заканчиваются, когда они бесконечные. Парящий спринт пойдет. А, стой, стой. Скользкий охотник тоже нормуль. Че, может ключик у кого есть? У меня ключика нет. А нет, там не интересно. А че там? Да там ничего интересного. Не, мне нужен хоть какой-то. Вон баки стоят. А, тебе же не надо уже. Если есть ключик, откройте кто-то, пожалуйста. Потому что у меня этот клык зеленый, а он. Мощный, но очень, как бы, медленный. Пойдем в эту, в зону, может быть, поглубже туда. Этот у нас... Как это, блин, называется? Вылетел из головы. Кто? О, спасибо. Зомбур. О, кому надо? Почему за? Там же S первое. Почему замбур? Я не сказал, понимаю. Я сказал самбур. Мне так получается только говорить. Кстати, я тоже веду стримом. Иногда. Сегодня уже вроде вел стрим. Да. Уже был у меня стрим сегодня. Ренат, 12 числа мы наверняка будем играть. Правда, не знаю, что это у нас за день. Сегодня у нас 10 вроде, да? Сегодня у нас 10. Четверг? В субботу. Да, однозначно будем, но я не уверен, что мы будем делать прямую трансляцию. Я буду. На Твиче делать прямую трансляцию. Мой ник опять-таки такой же. Там на Твиче. Правда? О, золотую мы открываем. Вот это круто. Да, имейте в виду, что мы не одни захотим ее открыть. Кто-то там на машине едет. А, по мне! Меня нокнули. По мне очень мощно. Ай-яй-яй, да, хорошая, хорошая. Бабенка хорошая, она нокает. Самбур, короче, ты у нас лучший игрок в пати, поэтому вся надежда на тебя, чувак. Самбур, ну ты мощный. На поклон пришли. Вот эта картинка, надо принтскрин сделать. Да. Вдвоем потом надо будет меня, потому что я ранен. 26, 24. Вот. Как вижу, много чего. О, тут коронка. Ни одного нет коронки. Я ее возьму. Дробаши золотые. Наверное, возьму золотой дробаш себе. Нет. У меня нет нормального дробаша вообще. Какой? Никакого. Есть. Лежит вот такой. Скоростной зеленый. Правда. Лежит. Альфу синюю возьму. Вот тут еще мед лежит. Один мед. Еще вот такой вот автомат. Ой. Блин. О, пойдет. Вот это то, что надо. Угу. Такие лутоманы вообще, капец. Все, я готов реально к битве. Так. У меня совесть чиста. Я завалил 4 из 16. Я одного. То есть, типа...
одна четвертая. Да хватит, как? Просто я бью, но мы же команда, и мы стреляем все в одного. Я тоже их очень не, ну, одна хорошо мочу, но умирает от вашей руки. Тут реально везение, кого последняя пуля будет на везение. Ча, подожди, самбур что-то застыл. А, да он в АФК стоит. Почему? Он, походу, захотел в АФК пуститься. По всему. Ну, его сейчас могут завалить просто пока. Да, поэтому мы идем. Я один мед только надыбал себе. Один мед только? Я тебе сейчас скину еще один. У меня просто два пака. Один из типов. Да, так, наверное, я возьму себе еще ППХ золотую. Я тебе кину. Вместо снайперки. Ага, спасибо. Так, все. Уже начал двигаться. Погнали. Мы тебя ждали, пока ты был в АФК. А у тебя мед есть самбур? Или тебе он не нужен? А? О, эти мега курочки, да? Курятник. Дать мед, самбур. Фиолетовый сейчас завалю. Патрончики и 100 опыта. Кто там палит по кому? Так, я по курочкам палил, но как будто бы я кого-то слышал сейчас. Это что, какой-то этот, ну и... Что ты делаешь? Проверяет кусты. Так, что-то как-то реально тихо. Пойдем расшевелим. Пойдем за самбуром тогда. Самбур. Ой, блин, зомби. Да, я за самбур говорю. Это зомби. О, у меня тут есть этот бафчик на мифическое оружие. Хотите кто-нибудь? Это пистолет мифический будет какой-то. Либо мамон, походу, либо... Там, мне хватает оружия, тогда вон возьму. Да. Люди, люди, было. Человеки. За зомби, походу, у нас... Где все? Встал. Зомби встал в АФК. А, нет, нет, он не... У нас все коронки, у всех. Правильно. Круто. О, слышу выстрелы. Где-то в запад, может быть, северо-запад. Между, да? О, пойдемте чуть левее. Да, погнали. А, блин, выстрелы правее. Северо-запад, четко. И на севере. И... На севере, на северо-запад между западом и северо-западом. Еще на севере. Ну, погнали на этом кроссе. Не по нам прям. Есть. Один есть. Кто-то кого-то резнул, слышали, да? Мы там сражаемся. Есть. Так, валим.
Ё-моё, зомби, ну что ж такое? Выползай давай. Я сверху прикрою. А я его. Там еще. Зомби, у тебя есть мед или тебя дать? Один чел был, которого мы вроде как не добили. На, возьми. Пойдем на нашу цель, которой нет, да, которую уже перехватили. Пойдемте тогда просто по прямой линии в зону безопасную. Нет. Нет, только не это. Я на дереве застрял. О! Я тем временем упал с этого дерева. Ой. Да ё-моё. Ну, меня тоже бесит это уже. Лагает вообще капец. А я с дерева упал. Ребят, извините за то, что я с дерева упал. Я не смог. Кто-то рядом со мной прям резнул. Ну, не слышу, чтоб летел кто-то. Да, там. Он пошел ближе к зоне, но зона уже подходит к нам на самом деле. Кто-то палит. Вот. Тут. Где тут? Тут. Они зажимают нас в зоне. Это зомби, блин. Зомби ко мне ползут. Ай, нокнул тебя. Он скоростного дробаша, наверное, золотого. Блин. Ой-ой-ой, их тут прям четверо, ребят, вот здесь. Меточку кинул фиолетовую. Их прям там движуха конкретная. Даже не четверо, их там походу две команды, и они еще между собой рубятся. Было весело с четырьмя. Да капец, опять самбур один остался. Чувак. Сейчас разнесет всех, будет вообще. Ага, да. То есть так там их. Смотри, аккуратненько, их там прям нормально так. А ты карты что, все собрал, что ли? Нет. Он ни одну не взял. Мне кажется, да, ни одну не взял. Он, мы все там. Пятерых осталось, четверых осталось. А потом уже не реснешь, все, уже зона. По-моему, больше ресалок нет. Да. Поэтому давай. А нет, на полях же есть ресалки. На самом деле осталось-то всего вот эти последние четыре чела. Вот тут нет, ресалка одна. Правее, внизу. Вон они. Угу. И причем они все с одной команды. Да трое, как минимум, с одной команды. А летит сзади, а или это зона? Блин, это зона была. Ты одного почти давай. Ай! Покусали. Тоже неплохо. Вообще неплохо. На самом деле. Они как-то нас застали прям нормально так врасплох. Угу. Давайте готово нажимайте. У Руси настроение агрессивное. Что? Что он там? Га пишет, что... Я тебе в микрофон говорю, ты же в наушниках ко мне подошел с микрофоном. Пишет в комментах, что у него настроение агрессивное. Самбур, ты чё? Нажимай готово, давай. Кто там обещал нагнать зрителей? Ренат вроде, да?
Что-то один только зритель нагнал. Ой. Сложно это дело. Никто не хочет смотреть. Там дура, готова. Да, он просто сейчас очень напрягся, пошел в туалет, наверное, сейчас. Такой был движняк. Реально. У меня реально, походу, сломал дробаша, потому что я стреляю с этого дробаша, который переворачивается еще. Вот так. Угу. И говорю, стрельнул один раз только, все. А у меня уже ног. Знаешь? Красный дробаша заносит. В лобби через 17 секунд кинет. Да, в лобби. Меня кинуло в лобби. Я в лобби кинула. А нет, мы без. Ну, выйди в лобби. А, подождите. Да, вам включу микрофон еще. Пап, выйди в лобби. Так, так, так. У нас зомби еще в этом. Музло прикольно. Смотри, что у меня со скинами. Мне не нравится такая. Так себе, на самом деле. Да, но мне круто. Я, пожалуй... Не знаю, может, тоже поменять? Оптимус Прайм! Ты вообще на Супрайма выйдешь? Да нет, он нытик такой, он мне не нравится. Миш. Мы потеряли ключик. Что теперь делать? Ты реально его возьмешь или поменяешь? Да не. Можешь эту мартышку взять? Мартышка реально. Мне он не нравится. Котяра, что-то я там получил, кстати, недавно, да? Этот тигровый, леопардовый. Будешь кем? Я не знаю, кем мне быть. Пап, как думаешь, кем? Таким, может? Может, таким? Вот таким, да, может, как хочешь, быть? Мне это нравится. Кто? Девочка какая-то? Mm-hmm. А я, наверное... Блин, так мне реально не из ПП надо, а из пистолетов нанести урон. Я возьму вот эту девушку. Так, а где гитара? Вот. Возьму такую девку. Ответь на нее. Да. Давай этот поставлю отслежить. Может, как-то получится туда попасть. Чё там, самбур теперь готов, а мы все не готовы. Серьезно? Сейчас посмотрим. Всё, да, правильно.
На Твиче у меня аж 0 фолловеров. Я его только завел. Это только... ключ. Да, я видел. А, это тот самый. Поэтому, если что, ребят, можете подписаться на Твиче. Иногда там делаю стримы тоже. Привет! Капинегр. Какой капин... Что? Капи что? А кто обзывался мартышкой? Я не знаю, я не слышал. Руся, он пишет. Кто-то мартышкой. А, он, наверное, не увидел, что мы все повыходили в лобби. Потом увидел, когда ты... Про мартышку не знаю, не слышал. Какая мартышка? О, ребят, давайте ломать это здание. Давайте ломать здание. Да мы как дурачки все время его ломаем, никто к нам не присоединяется. Надо будет замутить, когда будет много подписчиков. Такой челлендж. Снести замок. Да, когда появляешься, типа, сносишь замок. Хотя тут столько вариантов комбинаций разных команд. Может кинуть всех на разные карты. Погнали на синюю меточку. Бастион. О, ребята, мне надо вот сюда вот... Мне тоже с клыком. Что-то там каких-то ящеров бить. Да, вот сюда, наверное, где синяя фиолетовая меточка. Сейчас клык надо найти. Ой, и тут еще у нас гости сразу летят двое. Приятно. Люди следят за нашим творчеством. Ай-яй-яй. А почему он ниже меня летит? Так, бразер, я к тебе. Блин, это... Твою мать. Что напугал меня, я чуть не укакался сейчас. Я что сказала к тебе? Я пошел к тебе, потому что мой дом, который я изначально не вижу, занят. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй. Так, ребят, сейчас у меня ничего нет. Ух! Теперь мне надо отхилиться. Давай поднимем флаг, может там будет какая-то хилка. Мне тоже бы... Где-то тут еще есть. Красава. Охотник. Я давай убью этих, а потом дам тебе. Давай, иди убивай. Сначала... Не, давай уже флаг поднимем сначала. Я хочу с вами вместе пойти убивать, чтобы мы вместе были. О, вот это прям... Спасибки. Да. Зомби там, и тебе нужна аптечка. Вон там тип! Там тип, блин, короче. Не ту. Юзу. Я держал на прицеле, короче, он вот там. Его почти убили, ребят. Дело за малым. Все, погнали поохотимся тогда. У тебя клык, да, получается, ты сказал? Да. А мне пойдет. Надо охотиться вот тут. Погнали быстрее. Быстрее, у меня там задание поохотиться на ящик с клыком. Я нашел как раз клык. Погнали. Ща иду охотиться. Я сейчас догоню вас. Синьку пью. О, мне новый левел. 125 левел. На соседнем вот этом островочке, да, по-моему? Да. Есть. Ты видел хоть одного ящера здесь? А я не понял, что это за ящер.
какие-то ящеры. Как на них охотятся, вообще не понимаю. Почему тут так много грибов? Как найти этих ящеров? Вот хороший вопрос. Я не знаю. Я только увидел это задание и вообще... А, это поросенок тут плавает. Чей-то. Мой. А ящеры где? Да, я не понимаю. Как на ящер охотиться? Ну, может, найти их, я не знаю. Ящеры это кто? Динозавры, не динозавры? Я не знаю. Я вообще без понятия. Самбура, ты вообще, ну, играешь типа 23 часа в сутки, да? Час на поесть, на поспать. Правильно? У тебя 351 левел, ты просто демон. Ну, мне просто впадло реально. Ой, так зона много играть. Подошла. Зона подошла, валим. Ну, валим. Я не знаю, где эти ящеры, короче, как с ними вообще. Понятия вообще. Может, где-то вот здесь? Внизу? Я... Так мне уже все. Короче, фигня это задание, я не буду, скорее всего, выполнить. Потому что я не понимаю, как. А что это там? Кто-то стрелял или это что-то появилось? Я после обновления второй раз играю, и какие-то новые фиговинки появились. Насколько ты заметил, да? Угу. Ты с кем? Да блин, по кому стреляю? А, ламу. Они, этот, зомби ламу убил. Охотник на ламу. Угу. Жалко, не я его убил. Пистолет вот нашел. Я возьму вот этот. Пап, надо, если что, у тебя там задание. Не, там, походу, именно из пистолета надо, а не из ППшки. Из ППшки уже завалил многих типов и не добавилось урона. Ну все, погнали тогда отсюда. Зону, пока не знаю, как это задание выполнять, надо будет посмотреть. Этих ящиков. Без вообще без понятия. О, ребят, кстати, кому помпа. Кому помпа нужна фиолетовая? Тут есть. Блин. И перчатка есть вот эта вот. А, вот пистолет, поэтому. Не, ребят, валим, короче. Потому что зона уже пошла, а у нас это проблемка. Есть. И кому-то два клыка есть. Есть аптечка? Не, аптечка нет. Нет. Сейчас гляну вот здесь, может, сундук. Скиньте, пожалуйста. У тебя так, прям очень нет. Мало, чувак. Нету. Где ты? Пап, подарок тебе. О, пойдет. У нас нету. Аптечка, у меня баллон есть, давай похилю тебя. И вот возьмите, кому надо. Давай у него баллон давай. И валим от зоны. Вот, блин. Погнали. А, тут недалеко. В дальнейшем понадобится все равно машина. Она еле едет. Угу, грузовик какой-то. Погнали сразу в другую. О, золотой сундук появился. Надо на него. 400 метров. Скорее всего, мы не дойдем. О, ну реально добрая. Подкинули меня. Да, реально, скорее всего, кто-то другой.
Я синюю эту возьму. Сажусь. Все, давайте. Не успели, да, на золотую? Того. Ну, на фиолетовую успеем. Блин, как я чихнул сейчас от души. Не хотел, чтобы ваши уши лопнули, поэтому пришлось сдерживать. Но это очень неполезно, если что. Че там, как лама появилась или что? А, нет. Ой. Денис, верни обратно. Тихо, не кричи, ты чё? Ой, класс. Хочу. А что, там уже открылся этот? Я нашел тут место с золотой пухой. Ух. Падала к нам. Она поздравляет меня, что я достал золотую пуху. Смешная. Чё, ну тут типа... Ну тут нету ничего. Блин. Чё тут надо? Баллоны полупустые у всех. Какой-то отстой. У меня вообще не было баллона. Короче, не успел ничего взять. Ладно. Синюю берете пуху или я ее забираю себе обратно? Забирай обратно. Я вместо... Да дробаш у меня слабенький совсем, лучше ее возьму. Возьми фиолетовый дробаш, который там на этом есть. Там дофига. Ага, фигушки, местов нет. Сейчас. Так, куда пойдем? О, ну, да тут вообще. Скорость тут крейсерская. Примерно сюда давай. Примерно на синюю. Ой, меня уронило. Да что ты будешь делать, блин? Давайте на эту тачку пересядем. Давайте, да. Она получше. Во, пойдет, совсем другое дело. Она и быстрее. Вот эти вот вспышки, взрывы меня прям пугают. Что это за фигня? Вот сюда примерно. Примерно на синюю. О, давайте на этот, на остров, он сейчас появится и сразу будет. Я хочу посидеть. Да давай, вот. Тут еще, блин, две машины. О, выстрелы, пойдем. Это какой? Кто-то стрельнул вот здесь, в этой стороне. Сейчас появится, как? Остров, мы на него пойдем. Там точно будет много выстрелов. Помощь. Идем на остров, а? Тебе пришел прям. Вот он. А, у меня дробаша-то нет? Да. Ёшкин кот. Вот он, конечно. Добрый чувак. Да блин, дайте мед! Один только? У него же было вроде больше. Блин. Ребят, погнали на остров. Альфу. Он тут флаг поднимает нас. Самур. А? Блин, я их даже не вижу. Это надо, по-моему, идти к ним, потому что... Не
кажется, они поломались. Мне тоже так кажется. Я их почти не вижу. Ну что у них там? О, золотой мистический дробаш, пап. Золотой дробаш. Какой? Красной. Бери. Медок есть. И мед возьми. У меня уже 2 пака меда. Возьми. Да, да. А мне вместо автомата, который у тебя есть, снайперка, пап. По-моему, снайпер. Чё, пойдем, может, еще кого-то? Да, погнали в пригласим. Зону. В мир иной. Вот, давайте в зону. Самбур, давай. А, ой, пап. Угу. Мы на этот... О, поле. Вижу, вижу. Пап, мы уже улетели. Говорю, вижу. Мы уже улетели, мы не можем вернуться. Двое. Возвращайся к нам. Кому открыть? Давай. Ребята, как же вы так меня бросили, а? Мы на батуте ушли. Вот здесь батут, если не ошибаюсь, да, где-то? Тут. Вот это отстой. Я перепрыгнул через батут, ребята. Я вообще ненавижу это место из-за вот этого. Причем вроде бы старался прыгнуть прямо на него и видите. Только вверх точно не моя карта. Что только вверх? Есть карта только вверх, где надо забираться. А-а-а. Наверх. Потом сразу меня... Я уже не первый раз прыгаю на этот батут и промахиваюсь. О, кто-то гасит по нам, да? Не, валим. Пап, будьте мёд и валим. Всё. Этот есть. Валим в зону, ребят. Зомби, да? Бляха. Давай воскресим. Успеем. Бегу, бегу. Все, а, все, поздно, да, прибежал. Зомби, давай. Зомби. А. Блин, очень мне не нравится под конец игры вот так вот баночки просирать. Зомби. Да у него ж хилки не было никакой, походу. Я ему кинул, он не успел выпить. Ну, не успел. Давай сюда забегай и будем тебя резать. У него, если что, уже есть. Давай, выпей. Погнали. Папа, у тебя хилка. Выпей. Да, блин, у меня... Выпей. Мед как-то... Это не очень хочется. Может, где-то банка есть? Самбур! А чё, у тебя хилки нет? Нет. Наверху мочилово идет. Есть. Надо обойти. Пойдем займем вот тут место. Это. А? Так там движуха как раз вся сейчас и происходит. Так давайте придем и всех размочим. Давай попробуем. Пока как бы. Не тут сама движуха, ребят. Она вон там. Да ё-мо, я ж перезаряжал. У меня одна пуля, блин, в этом магазине. Одного нахуй не бьём. Есть. Наверху вот эти пуля. Да-да-да. И правее вот здесь еще. Да, завалили. Молодцы.
Нам в обраточку надо возвращаться за этим. Да, давай сейчас патронов заберу. Еще один возьму на всякий случай. Автомат. Нет, мне не пойдет такое добро. Где? Откуда? Вон, сверху. Вон. Еее. Красиво. Но смотри. Мы с Снейком по двое только завалили. Даже молчаливый зомби четверых. Ну, ребят, мы старались. Да. Просто мы били, а вы добивали. Вот так. Да, вот, вот. Это отлично. Ну, если бы никто в лобби не вышли. Зомби Бабич тоже тут. Нормально, уже вторая коронка, да? А, у вас вторая, а у меня вторая за день. А, не, у меня первая за день коронка, а у вас вторая за день. Крутаще. У меня со звуком какая-то сейчас лажа была. У тебя не было? Скрип. Ребят, подпишитесь на меня еще. Папа, у меня на YouTube ты уже сделал аккаунт? Конечно. Мне кажется, у тебя был он. Но он не настроен, там ничего же нет, ни описания, ни названия, ничего. Короче, на YouTube аккаунт, как у меня он называется? Так а смысл тебе подписываться на YouTube канал, если у тебя там ничего нет? А, ну да, еще нет. Но на Твиче у меня есть уже аккаунт. Такой же. Я на в ТикТоке пару дней назад сделал. И. А, нет, на поля. И закидываю туда. Тоже. Коротенькие видосики. Я на большой дом, чтобы взять эту девчонку, которая будет на скейте. Пока она не умрет. Пока. Не, привет, Shadow. Откуда ты? Меня Дима зовут. Бразер, это Дима. Снейк, это Артём. А, с нами играет Самбур и Зомби. Мы играем уже четвертую игру и до сих пор даже не знаем, как его зовут. Вот такие вот мы. Он же Русик, по-моему. Ну, Русик, да, есть там Зомби. А Самбур, тебя как зовут? Молчаливый, реально, Самбур. Ну потому что он играет. А мы болтаем. Ну. А, так он в АФК. Блин. Самбур, как зовут тебя? Такой, так и зовут. О, баночки вижу. Да, я кинул одну. Хочу успеть автоматом. Успел. Успел, пойдет, нормально. А мне слушай, я набрал серых дробовиков тут, таких шлаковых, если что. А у меня серый дробовик, правда, скоростной. А кто принцессу взял? О, я взял ее. Это я не успел.
Что? Кстати, Милошу? Мой дядя. Так да. Позвони сам, ты же можешь ему позвонить тоже. У тебя Дискорд же есть. Миниса. А он может, он вообще не включен. У него вообще не включен. У него Дискорд еще и на этом работает. Не переживай. На телеке. На телеке у него Smart TV, Discord там установлен, по-моему, и на телефоне тоже. Попробуй. Наш младшенький, наш гений. Да, я редко посматриваю в чат, извини, сразу не ответил. Да, можно будет с нами, сейчас можем доиграть эту игру и поменяться. Кто-нибудь уступит место, потому что... Много кто просится, хочет. Пуха-пердуха нужна кому-то? Пуха-пердуха есть. Так. Перчатка кошка, может у кого задание там? О, у меня задание есть на перчатку кошку, но я ее брать не буду. Так, подождите, заказ выполнен. Я даже не слышал, чтобы кто-то стрелял. А, ну понятно, все убежали уже далеко, да? Да, я с тобой держусь рядом, чтобы как бы быть хотя по два. Я наоборот думал, все там тусуются, лутятся, побегают, тоже сундучки пооткрываю. Ребят, у них там движуха. Так вот, бежим. Это что такое? Я застрял. Прикинь, просто выступ небольшой, я не мог его преодолеть. Да, я тоже так же сейчас. Ребят, не уходите, пожалуйста. Даже когда уходите, говорите, потому что мы реально не знали, что вы ушли. Сам... Так. Пап, тут есть у этой девки, короче, есть интересно для тебя. Хранилище откроем внизу? Хотите? Пап, лучше этой девки. Погнали. Мне нужно фиолетовые эти... Что? Какие-нибудь бомбы, пухи, неважно, фиолетового цвета. У кого есть? Да что меня так глючит, блин? Ну я эту пуху не могу дать. Ненужное что-то надо такое, не очень ценное. Ну, тогда не могу. У меня альфа из фиолетовый. Золотую эту фигню отдай. Вот эту, да. Ребят. Так. Открывайте, я пойду пока посмотрю... Фонарики. Да что ты будешь делать? Что за лаги? Говори мне. А, он уже пошел самбур посмотреть. Дальняя правая горит. Угу. А, самбур. Стоп, что ты делаешь? Зомби. Сейчас, короче. Я посмотрю. Дальняя правая, я тебе сказал, да, горит. Все, мы уже открыли. Ну, он уже посмотрел. Есть. Они угадали. Мы уже открыли. Пойдет, что? Нормально. О, погнали сразу вот этого чувака. Можно телепортнуться, но я хотел взять еще вот это. Это ж не, она не очень. А, это дерьмовенькая, да.
Все, ладно, тогда пойдем. А кто стрелял? Так они, потому что не пришли, что-то. О! Зомби уже там бьется с кем-то. Да, это зомби. Да блин, да что такое? Ребята, я не знаю, что у меня происходит. Меня откидывает назад просто. У меня лагает очень сильно игра. Мне тоже. Походу сейчас сервак будет отключаться. Ощущение такое есть. Не, у нас... Но играть так очень... Очень так сложно играть. Тут сейчас будет остров появляться. А нет, вон лама появилась, ребят. Кому там лама нужна была? Не, надо было. Не надо ее, не надо трогать его. Вот так? Вот, все. Все, выполнил задание. Я в нее немного пострелял. Да блин. Да что это такое? Сейчас опинг скидывай. Делится зомби. Меня телефон мой взять хочешь? Да, я, чтобы Милоша позвонил. Меня жестко откидывает тоже назад. Самбура зовут Тролан. Тролан? Ай! Тролан, ты, блин. Не трогайте! Это моё... Не, зачем вы это сделали? Твое животное? Я его хотел оседлать, но они его убили. А папа, можно взять твой телефон, чтоб Милошу позвонить? На, звони, дружище. Прости, я же в наушниках, просто тебя плохо слышу, плюс играю, и поэтому... На. Нажми. Слышу кого-то. Поздравляю тебя. Вон, на мотоцикле наверху, ребят. Где? Меточку ж поставил. Пап, тебе пишут, что там пишут? Без понятия, понятия. Ты что, читать еще не научился? Блин, уехал, чувак. Во, машина. Во! Гадина, он меня. Блин, твою мать, я за трос не зацепился. Хорошо двигается, и вот еще один, по деревам сразу, по деревам. Вот, на меточку поставил еще на одного. Ребят, внизу. Ребят, мы с бразером вдвоем нокнулись. Я упал, нокнулся. Вон под тобой, самбур, тебе поднимается. Еще один. Еще один поднялся. Внизу спустилась и бежит вон. Меня надо резнуть срочно, я сейчас умру. Давай, резню. Мне тоже очень срочно. Так, зомби. Это все наше. Вон, бежит нокнутый дальше. Здесь. Нокнутого надо добить, потому что... А,
Я ног тут остался. Что, не дорезали? Не дорезали, таким. Мне, кстати, ребят, на дробовик нужны патроны, очень нужны. Прям без них не справлюсь, у меня 9 патронов на дробовик. Как такое возможно? Ага, вон, гасит по нам. Пап, можешь дать немного патронов на дробовик? На дробовик у меня 44 патрона, братан. У меня 9. Ну так давай найдем еще. Ну куда? Я тебе сейчас дам и сам чем драться буду, скажи. Вот так, что за метки, ребят? Я не знаю. Для чего? Я кому все они? Остальное дофига патронов на все остальное. Самбур, че там завис? Привет, Мотор. Мидас, Мидас, это что такое? Шэдоу, мы играем в нулевую. Где ты, гнида? Упал вниз. Зараза, заколебали они меня уже. Пусть сдохнет там. Самбур, ой. Да, Самбур, дашь патрон на дробовик? У меня 6 патронов. Подожди, я не понял. Самбур хочет присоединиться к группе, у меня была сейчас. Ты же в группе, чувак. Окей. Если есть, дашь, пожалуйста. А, у меня... Да, пап, ответь Самбуру, да. Что да? Так у меня в группе показывает. Я готов ответить да, только нет запроса больше. Вот, мне дает запрос. Еще одного коронованного. Нокнули. О, пойдет. Самбур, привет. Короче, а дашь, пожалуйста, патрон на дробаш? Мне очень мало. Я... Да, иду. Спасибо. У меня 16 патронов осталось. О, у меня уже 150, я уже насобирал. Мог бы еще раз спросить, я бы тебе дал. Как ты так много не собирал, как ты еще? А, тут пару типов просто завалил. Я вот, еще... ребят, вот типуля. Да-да. Ай. Вон еще. А, это наш. Это Самбур. Это только возродился. Блин, офигеть. Справа, кто гасит? По нам, да? По нам, да. Все, нокнулся. Я выхожу из зоны. Еще сзади кто-то, да, бьет? Или это добиваете просто? Те, кто сзади бьет, они умрут в зоне сейчас. Так, зомби, давай выбегай из зоны. Ты сейчас просто там ляжешь. Папа, ты сейчас ляжешь. Я уже нет. Давай. Все нормально. А, теперь, да. Вон типуля. Дерево надо снести. Есть. Вон там трое, вон трое. Сверху, сверху. Блин, у меня нет хп вообще, ребята. Зомби, зачем ты один побежал туда? Нет, зомби нокнул.
Но он побежал, и вот его убили, естественно. А, меня, кстати, чекнули. Судя по всему. Блин. Похоже на то, что меня чекнули. Как он? Ну вы, ребят, придумали. Стенок этого нас. Время, блин. Ну, конечно, не добежал. Не получилось. Давайте в лобби, там кто-то хотел сыграть. Не, один на один, два на два. Мне интересно на творческих картах играть совсем. Мне по приколу именно королевскую нулевую. Зомби, ты чё постоянно убегаешь от нас? Угу. Это так не пойдет реально. Нифига, я думал, у Самбура большой уровень. Он 463. У это Мяускул 974. А еще у Инкогнито 351 195. Ну, нормально ребята играют. 258 255. Надоели эти уже инкогнито. Там это единственный самый ник. Скажи, пап. Мы уже повстречали 3 инкогнито. 2 из них это какие-то. 351, 352, 200 какой-то там 60 или 80 какой-то. Да, их расплодилось. Наша. Так, что там Руся говорит? Вообще ужасный, так? Мы его за один раз. Руся в лобби уходит. И Самбур что-то покинул тоже группу. Покинул группу. Что за фигня? Чего они все в лобу ушли? Так Руся это же зомби, да? Да. Майс, ты будешь с нами играть? У нас... Ух, а что это Самбур? Что? Пропусти. Пригласи обратно Самбура. Пока не знаю. Русь, ты будешь еще играть, или ты все, перерыв? Потому что мы можем малого сейчас позвать своего пока. Или Самбур кто-то. Шейду хотел поиграть, но я не знаю. Шейду хотел 1 на 1 или 2 на 2. Нам такой вариант не интересен. Я получил сейчас. Ролан. Ролан и Самбур. Как проще? По нику, наверное, да? Да, давай. Да, но все-таки, пап, почему Самбур вышел? Пригласи обратно Самбура. Наверное, у него комп вылетел, может, перезагружается. Не, он в королевской битве один сейчас показывает. По крайней мере, показывает. Надоело проигрывать с нами. Серьезно? Да я шучу, я не знаю. Ну, когда он говорит, надоело с нами проигрывать, я считаю, что человек не очень хороший, как бы. Нажимать готовы или что? Я кто хочу... человек нехороший? Какой? Ну, если человек говорит, что я надоел с вами проигрывать, все пока, вот так вот, с таким голосом, типа, а вы такие, типа, ага. Лохи, то он человек не очень хороший. Ну, такое, знаешь, каждому свое. Все, я сейчас пригласил топового игрока в наш, в нашу команду. Топовый игрок. Давай, отвечай на запрос. Топовый блогер, вообще у него на Твиче куча подписчиков. Реально, ты будешь трансляцию делать? Все, загружаемся пока, я отойду на минутку. Самбур! Привет, ребятки,
подписывайтесь на мой канал. И вы, пожалуйста, я очень хочу, чтобы вы подписывались на канал, и потому что... Ты же мне говорил то, что мне надо говорить. И, пожалуйста, нажмите кнопку, это внизу, красная кнопка. Если у вас там красная, то что вы не подписаны. А если там серая, то вы подписаны. И вы, пожалуйста, как я хочу. Подписываться, да? Да, типа. Красавчик. А что за аккаунт есть? Нет, я играю. Иди, пока разомнись. В смысле? Знаешь, на телефоне я сказал. Ты зашел на свой аккаунт. Пап, он на свой аккаунт, который у него есть на компе. Еще не пришел. Нет, Маш, и убери. Вы подписывайтесь на канал. Нет, вот сюда вот. Нет, Мася. Да. Вот туда приземлился папа. Туда приземлился папа вообще-то. Смотри. Мы выпрыгиваем. И вот, мы прямо вот это, вот здесь. Я сразу поеду туда, чтобы было чем защищаться. Куда? Туда. Я лечу чуть-чуть в другое место. А я прям туда лечу. Что у него такая же змейка? Какая змейка? Леновая змейка. Большая пуха. И вот это вот. Маленький ботинок. Мой телефон не потянет. Точно. Проблема в том, что у нас вроде одинаковые с собой телефон, но мне не потянет. Аккумулятор заряжался. Я бью челов. Поздравляю, но не советую. Папу еще, по крайней мере, нет. Не защищаю папу. Готовь! Не бей! Не бей, пожалуйста, его. А у него нет микрофона. Не бей! Да нет у зомбита микрофона. Он слышит нас? Нет. Он на телефоне играет.
О, нет. Здесь сядь за папин компьютер, войди в зону. Ну а папа... Возьми эти две, вот это, бинты, там это, и идем. Беги, беги, беги. Здесь сел, потому что надо от зоны убегать. Надо убегать от зоны, поэтому он сел. Так. Идем, флаг еще поднимем, я там начал. О, прикольно. У меня бинты есть. Это они тебе кинули. Я буду бинтами отстреливаться. Обкидывать буду врагов бинтами. Ну знаешь, пап, ты в ФК стоял. Да? Я в курсе, что я стоял в АФК, потому что сюда. Мне позвонили, мне нужно было ответить. Что? Сейчас, остановись. Давай вот здесь остановлюсь, вот где сундук, хорошо? Дякую, Данки Шон, спасибо. Thank you. 30 патронов, ну ничего себе. Спасибо. Пожалуйста. Это все, которые были вот здесь, я тебе отдал все, что я взял. Потому что я... Надеюсь, что не было смысла. Зачем? Сидел, что ли? Знаю, как это делать. Наконец-то. Я уже ничего не взял. Не смог уже. Жучара. Кто быстрее? Бас. Да, дробаш, кстати, нужен. Кто там? Это я ничего. О! Кому там нужны были ламы? Где лама? Лама! Я слышу, я звук. А чё это Снейк у нас опять где-то застрял? А, Снейк? Не знаю. Давай, тебе одному будет тяжело просто. Догоняй. Пап, можешь, пожалуйста, в комментарии написать, отдай мне эту фиолетовую штуку. Кому надо щит еще? Вон, зомби надо щит пополнить, возьмите. Да он сейчас пополнит тут. Мась, никогда не бери всякие прибамбасы вместо этой хилки. Я видел, Мась взял прибамбасы вместо хилки. О, по тебе, пап. Где? Дорву сейчас. Ща, я там писал комментарий. Откуда, главное, они? Да где-то далеко, походу. Подожди, я сам возьму. Чувак, пострелял, не попал ни разу. Ну да. Пострелял, понял, что мы далеко и не сможет нас потянуть, походу. Опять этот зомби. Да блин, зомби, давай! Да, он где-то... О, меня! Стреляют в тебя? Кто посмел? Убили уже. Да, мы его уже завалили. Не сносится, ну ладно. Офигенно. Там челики.
Метку сразу. Там челики. Ребят, метку. Там челики, там взрывы всякие. Вон там тоже. Мась, ну ты придумал. Приземлился прям к ним. Так, бразера, давай догоним. Я со снайперкой. Мась, твоя пуха. Мась, не надо. Молодцы. Еще раз меня. Нет. Я под мост. Молодец. Пап. Я под мост пошел. Я тоже. Я уже под мост. Скоростной. Офигеть, там еще одна команда. Да, офигеть. Пап, ты сам не удержишь. Стреляйте по этой. По бочке мне стреляйте. Я добит. Я умер. Зона. Мась, прекрати, ты что творишь? Забрать только... Да, все три. Да, все. Ну, тут еще две команды против меня. Ну, как так, блин? Говнюки. Не дали мне. Как? Мы зомби... Бабиду... Бабидж играем, потому что это папин подписчик. Мась, а скажи... Как так получилось, что ты меня не защитил? Я ж надеялся на тебя, дружище. Пап, потому что у меня сразу лопнули. Я туда... Нет, я только одну капсу собрал. Знаешь почему, пап? Потому что Мася резко меня вместо того, чтобы сражаться. И его сразу убили. Ну вот этой суперсилой они стрельнули не в меня, а в резку, в зарезку. Так. Знание не ходим, а так. Они стрельнули в резку, и оно. Суперсила, блин, громадная. Как? Как они могут? Как? Спроси, блин. Так а чё, в итоге ушел, получается, наш... Топовый игрок, который 300 лучше. Подожди, я что-то не понял. Блин, что это за техника? Походу это вот эти... Самбур. Ролан ушел и... И молчит. Туда пофиг на это задание, если честно.
Да, надо разобраться, как его делать. Как? Ящик? Нет, тупо. Я бегаю и не мог найти ящик. Ты что-то как-то там... Пап! Мне бы нужна была помощь. Тебе нужна была помощь? Не нужна. А, нужна сейчас какая? Да. Помоги, пожалуйста. Нет. Помоги, пожалуйста. С этим. Нет. Папа, помнишь, ты говорил, что это рыба, которая дает тебе этот... Ну, вот эта рыба, короче. Ты говорил, что с помощью этой рыбы можно подхилиться немножко. Угу. Сейчас, она не дает. Она дает! Нет, я ее сейчас выкину. Ой, промахнулся. Ой. У меня сейчас тут тип. У вас там уже тип. Че она не берется? А, у меня нет места. Это уже тип? Кто там уже махается? Я. Справляешься, да? Еле как. Посмотри на мои шапешки. Да блин. Хпшка? У меня хпшка. Снейк, блин, пробежал же мимо тебя, чё пушило. Только что я не заметил. Да ё-моё, вон спустилась и убила меня, блин. А, дерьмо, этот пистолет, конечно, вообще редкостная. Раз в полгода стреляет. Убежала. Сейчас оббежит и даст тебе люлей. Вот он, вот, да. Да это она же, блин. Псец, всех развалила, блин. Мась, давай. Резай, мась. Да, ко мне, ко мне. Ко мне. Ну что ко мне, ко мне? Мою карту он дает. Зомби уже опять упал тоже. Блин, капец. Да. Чувак, возьми, ты очень быстро возьми. Ложишься. Пап, возьми тогда мой зеленый скоростный дробаш. Папе, оставь зеленый скоростный дробаш, пожалуйста. Мам. Так, их здесь два. А, ну тогда банок нет больше? Вон маленькие банки я сейчас возьму. Дай, их здесь два. Блин, одна только. О. Ну, возьми тогда вот эти еще. Да я выпью. Возьми тогда два дробаша клыкну. И... Страшно, дробаш же не выпью. Да, выпей. Да подожди. Я их возьму с собой. Аптечка и... Параша, эти пистолеты вообще ужасные. Пойдем и ППшку возьми, ППшку. Не, ППшку не буду. Пап, пойдем воскрешать? Пойдем. Дети вдвоем, да. Еще надо же в карту взять зомби. А я троих. А, карта зомби уже есть. Я там троих из этой всей суматохи. И потом одна ППшка добила, потому что я вообще не знаю. Я одного ППшка, я только... Вот сюда я сразу попал. Летите, ребят. Стой, не бей! Вы знаете, почему я одного? Я пойду... Вот, лут! Я пойду к этой суматохе возьму... Идеальный лут! Да, тут куча всего. Да,
Самус, лут прям идеальный. Лута мады. Знаете, то что я взял только 4 пухи. Мне тоже так три. Там мега пуха. Фиолетовые. Так, кто у нас? Есть кто-то еще рядышком? Ни одного флагнутого. Ну ладно. Надо валить отсюда куда-нибудь, давай, где есть типы. Нельзя. Я бы сначала золото уже не лезет. Пооткрывал какие-нибудь, потому что мне реально. А я бы пошел драться. Знаешь, пап, бить их. Посмотри, у меня ППшка одна и гробаш, все. Так посмотри, там же куча всяких. Да там нет ничего нормально. Ништячков. Поэтому я сейчас буду открывать эти лучше немножко. Тём, ну мы опять будем сейчас скучно проводить время. Ничего не пойдем, вон у нас контракт рядышком. Он тебе поднимет настроение. Может, с него и возьмем какой-то лут. Ну окей, попробуем. Давайте, побежали. Но если, конечно, не получится взять с него нормальный лут, то это будет реально. Капец какой-то. Слушай, не ради, его убили ради лута? Да, его нет. Но он убегает от нас. Естественно, убегает. Вон, вижу, на той стороне, вон. Он там, о, я как раз снайпаю. Помочь ничего не могу. Кто побежал прям к нему? Зомби, да ну что ты делаешь? Зачем? По мне палит, вон. Угу, вижу. Мне придется хотя бы побить. Блин. Еще один где-то. Тут. Мне надо хоть что-то. Это не контракт. Да, но я сейчас ППС снимаю вообще. Всех валю. ППС. Надо проверить бафчик. Убили его! У нас есть шанс! Блин. Ну тогда не прикольно. У нас есть шанс! Ну надо бежать, там по-любому, значит, есть кто-то еще. Да, бежим! О, давай пойдем вон туда, на ту метку. На золотую пойдемте. Давайте на золотую пойдем. Пойдем. Йоу! Я прыгу как могу. На золотую. Блин, фиолетовая будет. Тоже неплохо. Да, у меня все зеленое. Мне тоже. Челик. Там челик, видите? Вижу фрагнутого челика. Да, это наш. Это в него попал. Возьмите уже. Один рассыпался. Сзади. У него ключ. Там за холмом еще один есть. А я на фиолетовую сейчас иду. А я тут вот увидел сейчас лутик какой-то. О, по мне, да? Опять пошел. Опять туда пошел. Зомби. Убил. Зомби, бабич. Вот тут, ребят, двое. Блин, разброс такой, капец. Мне, блин, нечего в них. О, здесь 4 трапеи, пожалуйста, что-то нормальное. Пойдет, окей.
Там, где, получается, наш братан умер, там все, да? Ага, вон, по мне, теперь оттуда гасят. Вон. Пустого. Там. Извините, ребят, но у меня... Кто так жестоко поступил? Я не знал! Да я нечаянно попал! Я хотела двинуть челика! Откуда ва? Вон, меточка! Сзади, сзади эти пуля! Блин, меня нокнули. Слышишь? Оттуда же. Блин, ребята, я здесь рядышком. Мне надо хильнуть быстро! Ну, класс. Это папину мы карточку взяли? Офигенский ход. Я? Мася, блин, бегите оттуда, вправо, справа оббегайте. Нафиг... А, Снейк уже там, наверху. Понятно, короче, сейчас вы все умрете, потому что там типы наверху, которые вас встретят. У тебя очень странный выбор оружия, Максим. Где твой автомат? Хилку, синюю, сразу банку, выпей. И тебе нужно взять оружие сейчас справа, вот здесь, видел лут? Иди возьми какое-то оружие. Да не там, назад, Максим, блин! Мася, помогай! Ну что, надо все время заранее перезаряжаться. Я забыл! А все, только ты остался! Да блин! Там же двое их, перекрестный огонь, ё-моё, даже трое. Нафига ты полез? Не, Русь, так не пойдет дело. Нельзя бежать прямо к типам в одиночку. Нужно как-то вместе это делать. Потому что ты умираешь, а потом нас становится меньше против большого количества ребят. Он идет, и когда мы его пытаемся спасти... А у кого это? Меда целая гора была. У тебя? У тебя был мед? Да. Один, там две банки вон лежит меда. Я один выпил. Странно. А у меня вообще не было меда. У меня не было меда. Ну мы сейчас плохо сыграли очень, ребят. Да. Русь, ты если будешь опять убегать, мы тебя кикнем из пати, потому что так не пойдет. Мы не тянем игру из-за того, что мы не команда. На канал. О, кстати, кто смотрит мой стрим, тоже подписывайтесь. А кто-то смотрит твой стрим? Ну, если смотрит, ты то да. На Твиче сейчас, да? Ну, вот. А. Ну, у вас по одному зрителю есть. По одному? Да. Этот единственный зритель. Подписывайся. И всех своих друзей приглашай тоже на этот канал. Если им это интересно. Папа! Про Fortnite. Сейчас мы фармимся. Смотри, сколько у меня подписчиков. Так, пойду. Я не могу. Вижу только, сколько тебя смотрит. Тебя смотрит один человек сейчас. А у меня? И тебя тоже один человек смотрит. Fortnite, Roblox и другие игры. Тём. Ну, а ну тебе надо сейчас в эфире это все, скажи. А? Вообще-то, может, вы пообедаете? Скоро, уже пол второго. Передышку сделать пообедать. Так, пап, на поля. Как скажешь. Так, я думаю, это... Потому что это самый ближний. Сейчас я думаю эту игру, а потом мы пойдем кушать. Погнали. Можешь греть еду, да, одну игру еще сыграем сейчас.
Если Руся не будет от нас убегать, зомби который, мы, может быть, даже возьмем королевскую победу, потом сделаем небольшой перерыв. Да, перерыв будет где-то минут на 10. Девочки, да не, побольше, скорее всего. Вам надо нормально поесть. Не поставь, Дима. А у меня... У нас сейчас игра. А, у меня видосик через час только выйдет. Новый. Эй, ноль патронов! Ой-ой-ой! Ты сказал мне все? Как ты стоп уже успел? Да я тут приземлился и уже завалил одного типа и уже на задницу приключения нашел. А че ты так далеко приезжаешь? По мне гасят, ребята! Ты очень кричишь. Понятное дело? Папа, чё ты так далеко, реально? Я пока никого не вижу. Я тоже. Вот, стреляйтесь, я никого вообще не видал еще. Всё, завалили уже, потому что четверых. Фу. Я кричал, потому что у меня эмоции. Тёма, как ты можешь вообще замечания мне делать по этому поводу? А чё там лежит? Оружие какое-то? Да, оружие лежит. Прикольно. Я кину. Вот нафига вы меня застряли здесь? Пойдем где-нибудь оружку возьмем. Что? Подними флаг, погнали. Да, там он еще сун... А, ты уже открываешь. Дай турикет, пожалуйста. Это вообще-то... Пойдем, пойдем, тут сейчас тоже будет движуха, скорее всего. Сейчас я попробую убить челиков. Я потом попробую убить челиков. Даже и убью их челиков, которые там были. Так, подружка еще есть, нет? Подружка есть, жива, здорова. У меня просто избыток золота. Где она жива-здорова? А, ну, у меня. А, ты взял уже? Да. Жулика. Что я уже сделал тебе? Потратил время, поднимался там, чтобы... О, тут тоже, кстати, неплохо. Так. О! Прыгиваю! Прыгивайте там. А, не, не. Вот он. Кто стреляет? Понятия. Я не успел, да, нифига, походу. Печаль. Ну ладно. С красным дробаш вот зеленый. Не есть зеленый. У меня автомат был нормальный. Идем в желтый дом. Погнали, кстати. А я эти. Альфа. Не серая альфа. Пап. Не трогай, пожалуйста, альфу. Какую? А кому это? Я вот нашел свою альфу. Какая она? Синяя. Тоже. Блин. Подлагивает так капец.
Не было такого, вчера еще не было вроде. Да, так. Кстати. Может, мне тоже перезапустить надо просто ком. Кто кого? Хоть дайте знать. А чё мы контракт не взяли? О, да. Вы ещё никого не завалили. Да что, она меня всё закидывает этими банками. Полная хпшка вообще. Пап, можно контракт сказать? Погнали контракт. Сказать, у него есть ли твоя штучка? Так он же слышит тебя. Нет, он не слышит. На телефоне. А, он на телефоне. Какая фиолетовая штучка? Идем на синюю. А, вот ну, супер сила вот это. Ну так ты можешь, если она есть где-то, отметить, если ему надо, он возьмет. Золотая альфа из сундука выпала. Повезло. Из обычного сундука, абсолютно обычный сундук, под золотой, который часто это, золотая альфа. Это для меня? Нет, понятно. Жадина говядина. Хотя могу дать, кстати. Да не, мне не принципиально. Найду, может быть, себе что-то. О. Вон они. Пойдем в ту сторону. Мне бы посмотреть, о, где-то есть ключ. Где-то можно ставить ключики. Помпу на всякий случай оставлю сейчас. Я тоже. Два ключика. О, сзади. Челики. Где челики? Метку. Ты их видишь или ты так думаешь? Я так думаю. Нет, дружок, давай только когда видишь. Панику. Челики впереди. Лишний раз не разводи. Во, да, они сейчас пойдут по-любому из зоны. Надо идти, чтобы с ними встретиться. Они сейчас будут убегать. Ты очень близко к зоне. Вправо. Я знаю, вправо. Я вот сейчас хочу что-то сделать. Я уже вышел из... Зашел в безопасную зону. Так, я к тебе. Не-не-не, вот сюда. Они, ребят, на мне. На тебе? А ты где? Пап, подожди! Ну, я в середине круга. А, да нет, это не говорит ни о чем. Они могут быть с краю круга. Да блин, что вы делаете? Надо где-то их... найти, они где-то бегут по-любому. Зону, скажи. Они убегают от вас. О, ключики! Можно использовать. Вон, слышите выстрелы? Ага. По идее, не тут где-то. Просто выстрелы. Да ёлки-палки. Это наш... Цель перехвачена. Нифига, я помпо его сейчас вальнул так. Перехвачена цель, обалдеть. Так это не он был, походу. Да, это не он. Я бежать самому боюсь. Вы там с кем-то сражаетесь? Я услышу. Да мы добили. Ну, это интересно. Вот здесь тебе пуля. У меня. Вот. Здесь у меня.
спрятать. Нет. А, у меня. Класс. Не успел ни хрена. Блин. Дробаш возьму хотя бы нормально. А, подождите, мне бы... Зона, ребят, погнали. Зона идет? Давайте на тачку сядем. Давайте, только подождите меня. И развернитесь. Так, то он с перчаткой с рукой, да? Да, у него, походу, задание. Он упорно не хотел садиться в тачку. Откуда? Сзади. Вижу. Нокнулся. Сбегаем. Что это у него тут? Ой, тут нокнулся. С кем вы деретесь? Лама, что ли? Да. Я уж бежал вот так. Вы с кем-то деретесь, а потом такой лама. Вы что, серьезно? Вы столько патронов на ламу спустили, реально? Да, она такая сильная. Че, пойдем, ребят, может из зоны подальше? Зону, только да, только ты что-то не туда идешь. Почему? Ну мы же не должны кучкой бежать, чтобы нас могли одним каким-нибудь там выстрелом из этой фигни. Из какой? Ну, которая вот эта супер сила. Ну, вот базука там или базука пердюка. Вот это. Которая у меня. Пердушка большая. Пушка-пердушка. Вот это вот, который у меня? Который у меня? Да. Да? Йоу! Йоу! Диджей! Йоу! Дабалету! О! Выстрелы, ребят! Где? За мной идите, узнаете. О, открой вот этот большой, синий, короче. Я его не заметил. Синий был. Какой? Хранилище вот это. Ну вот синяя хотя бы. Хотя мне не уже нокнул. И что, я добил? Опа, еще. А, нет, сзади. Нет. Не пойму, откуда стреляют. Вон бегает. Все живой? Все живые. Да я про этого типа. За вас-то я не переживаю. Пока. Ваши я увижу, если вы нокнетесь. Помпа, если будет, дадите мне. Да, мне нужно. У меня все есть. Синие пухи. У меня есть папа. Какого цвета? Золотого. Да ладно. Я только вот медик. Больше мне ничего нет. Золотая помпа у тебя есть? И ты молчал? Тут альфа есть. На альфа синий. Автомата альфа есть. Пап. Сейчас я дам. Помпа выйдет. Блин. На зомби. Помпу. Зомби умер. Знаете? 200. Ой. Блин, какого фига? Опять он убежал от нас. Ну это просто жесть какая-то. Метров. Чувак. А, вот тут перед нами. Перед нами тут тип был. Вот он прыгает. Ни хрена он меня помял. Да, он, смотри, попасть. Стой, дай я медика пополню себе. Оп, все. Это очень сильно пухал. Посмотри, что вот тут. Ребят, потопали дальше. Потопали этого нашего. О, передо мной.
тут несколько, тут несколько. Тут несколько. Нагнули! Ай, нагнули. Нагнули! Они тут четвером, четвером. Четвером. Да, ты их не потянешь. Да. Зомби, чувак. Короче, Руся, больше так не получится играть, потому что ты все время убегаешь, у нас с тобой нет контакта, это очень тяжело. Поэтому давай, дружище, мы кого-то другого возьмем сейчас. Да. У нас он малой тоже сидит, ждет без компа, ждет, пока мы сможем освободиться. Поэтому давай, мы сейчас сделаем перерыв, обедаем. А ты? Что, у нас уже 2 часа почти. Вот, и потом играем без тебя. Играем с другим с кем-то. Угу. Да, только ты не обижайся на нас. Да, ну нормальная же фигня, чё. Давай. Всё, давай. Перерыв. Майк, у зомби плана убрал магическую силу? Я его останавливаю, потом сделаю новую.